Подписав положение об открытии центра, стороны договорились, что приложат все усилия к подготовке и переподготовке кадров для цифровой экономики. Напомним, развитие этого направления – один из приоритетов государственной и региональной политики. На базе образовательного центра, как планируют, начнут занятия со школьниками, студентами колледжей и вузов. При этом будет представлено два направления подготовки – информационно-технологическое и социально-экономическое. Два курирующих института – это Институт экономики и качества жизни и Институт автоматики и информационных технологий, специалисты которого приняли активное участие в формировании того научно-образовательного центра, который мы сегодня открываем, и они будут направлены как с точки зрения их деятельности, направлены на создание новых образовательных программ по самым передовым информационным технологиям, применением их в сфере экономики, так и в создании новых программных продуктов. Открытие центра – результат сотрудничества с Тамбовским отделением Сбербанка. Планируется, что также на базе комплекса ученые университета и сотрудники компании будут проводить совместные исследования и заниматься разработками в области цифровизации.